Я на этой карте первый раз буду. Подожди, так это ж копия этого. Мы с Хоком. Ну, она теперь не копия. Она уже не копия давно. А, хорошо, а, жалкая пародия. Там теперь вот эта точка на мысе, она типа не принципиальная, она пустая. Нет, я больше играл в созданные карты, уже другие, так что я не играл такие стандартные. Много раз. Брит все равно шимба, правильно, Сергей, да? Нет. Особенно на этой карте это просто что-то невозможное. Я никак не могу на этой. Я вот сейчас подумаю какую-нибудь стратегию. Да, да. Отряд Томми или отряд Томми? Да? Что же мне построить? Нет, я подумаю как-нибудь нестандартно сыграть. Попробую. Не знаю, что из этого получится. Дим, а ты сместился или ты так просто спрыгнул? Маленький. Просто я захвачу все точки, если чё. Фига, он захватит все точки, если... Нифига. Да. Один захватит все точки? А мы тебе нужны вообще в этой игре, если ты один захватишь все точки? Я вам скажу, в письменном виде. Офигеть, он один захватит все точки. Ты слышал, да? Ты слышал, Сергей, да? Офигеть. В край охуел, студент. А мы что тут будем делать? Ну, это уже на ваше усмотрение. Димась, ну не ходи сюда, ну вот сюда, я там все захватил. Ой, офигеть! Успокойся. Наркоман, что ли? Павр ломать. Хорош, хорош, хорош. Кто это там развлекается? Ковры ломать. Окей, ну что, и что? Сергей, Сержа. Память творит дичь какую. Ломает мне дом, ты посмотри на него. Какой нехороший. Это вообще негодяй просто. Что ты творишь, негодяй? Я понял, почему он не может выиграть на этой карте. Потому что такое творит. Потому что он пытается использовать свой штаб как стенобитное орудие. Это как раз наоборот. Это что-то новенькое я тут придумал. Ой. Байты штабами, это уже было, по-моему, когда еще деды воевали. Ой, что творит негодяй? Ну что ты делаешь? Дима, у меня опять двое. Давай там. Ну, собака, ну что творит? Конечно, двое на одного. Легко. Забузили. Ой-ой. Проблемки? Да, вижу. Разворачивай. Разворачивай вот этот свой. А, бом. Хорош, Дим, хорош. Боже мой, какое точное попадание. Слушай, нормально так, нормально. Какая хорошая игра. Так, надо теперь...
теперь вот здесь что-то еще тут посмотреть. А так вообще надо, конечно, вот сюда. Вот, вот главное вот это вот. Можно попробовать. Ну это я вот здесь. А как бы ты вот, значит, можно, надо вот здесь как бы отрезать тогда получается. Да, но надо сейчас еще покрываться. Сможешь вот тут? Сейчас? Да. Иначе будет. Так. Так. Эта фигня уже едет. Чё-то я не понял, что за фигня. А, блин, я нажал окей. Какой нехороший. Смотри, вот тут у него минометик стреляет. Да, я вижу. И вот тут надо что-то. А этот уже минирует точки. Нихуя себе Сим-Сити. Понятно, гомосятина опять поплыла. Что одна игра, что другая. Ребят, вы там наслышали или нет? Вот тут надо осторожнее быть, вот эти вот. Не вижу. Уже. Уже идут. Угу. Конкретно там толпа. Понятно. У-у-у! Давай, ставь там МГ тоже свой. Все, они убежали уже. Угу. Спасибо, Дим. Боже, чем я захватываю дочь? Что уже? Да, нет, ты пока захватывай. Не, посмотри, чем я захватываю дочь. Неважно, захватывай, захватывай, захватывай. Вот это дочь в солнце. Ну что, по мне. Огнедышащая лава. Ой, я без звука играю. Я там уже... А, типа, можно ставить мины на их большие точки? А, это Китенкрат ставит. Нет, я просто думал, что я... ...было на эти большие точки. Типа, только на простые захватывающие точки. Нихера себе, обузы там пошли. Так, вот сделать тут что-то какое-нибудь такое. Угу, не понял. Не понял, к чему ты, да? Угу. Нихуя себе! Сергей, ты там обхак подрубил, стопудово. Точно. Я вывел. Ты подрубил. Точно, точно. Ты тут очень, очень осторожно. Там есть одна такая штукенция, какая прилетела, конечно. Ладно. Водишь, они прям. Помнишь, да. Ходят, ходят. Большими толпами.
что они, я не знаю, что они делают. Просто удача юнитов. Ну, зачем? Full strength shortly. Что? Нихуя себе. Понятно, там светит. Да, Сергей, чтобы самоутвердиться, специально собрал такой слабенький состав, чтобы мне, добить. Мне да? Кого дали, с тем играю. Я просто эту... Кто так, тебе давал? Так я не замыслил знаю. Давно. Сегодня с утра. Кто тебе что давал? Ну, понятно, гомосятина, короче. Танцы не самые подходящие для меня. Сделай тут что-нибудь вот здесь. Классно, снайпер бегает по базе. Короче, можно пока по АФК жить. Идут. Идут, давай там. Попробуй защитить что-нибудь. Да, я. Неприятно, да? Ну, еще раз какие-то. Гомосятина. Что с одной стороны, что с другой. Я сделал эту тактику. Ну аж, конечно же, говорю, забузил. Сергей, ты мог бы и с ботами так побеждать. Нет. Я вот, понимаешь, я на ней просирал все время. Я понял, что дело в моих кривых ручках. Мне нужно было что-то придумывать. Потому что я никак не мог закрепиться. Ясно, короче. Гомосятина. Это называется... Гомосятина. Какой раз? Это называется скилл. Скинул. Антон, я причем вчера...